обобщение. И вы упомянули о том, что у вас большое нежелание молодежи работать на производстве, да? Вот видите, у нас вообще принципе на предприятиях ОПК и даже ООО. Два года назад стартовала российская акция «Работай в России», да, которая, в принципе, направлена, главной целью является оставить молодежь в стране, чтобы она дала свою молодежь. Ключевым мероприятием является неделя без турникетов, которая как раз помогает и студентам, и школьникам два раза в год на проходе познакомиться с предприятиями, с заводами, чтобы они не боялись, что это такое, показали, как там работают. Вот я, в принципе, занимаюсь организацией данного мероприятия, но вот вас я не видела. Мы участвуем в программе «Открытый город». Вот там мы участвуем. Значит, вот участвовать в неделе без турникетов, возможно, до нас просто не доходило, да, вот, эта информация. Может быть, мы где-то потеряли, не знаю, наш писатель. Нам, конечно, проще заводить людей все-таки в наш музей, потому что часть из того, что мы делаем, является секретной штукой. Понятно, вот. Но тем не менее, определенное количество экскурсантов на те предприятия, которые не являются секретными, мы готовы принимать по заранее согласованному там, графику, маршруту, количеству, с удовольствием, я вам поставлю. Хорошо, в этом году примите с нами участие? А я просто. Хорошо.